Студент, ты чего застыл? Красиво очень. Все еще не могу поверить, что я в Арктике. Да, природа здесь девственная. И наша задача ее такой сохранить. Как это возможно, когда такая махина рядом? А для чего, по-твоему, существует экологический контроль? Ну, пробы брать из воды и почвы. Правильно. А еще мы исследуем снежный покров, воздух, донные отложения и подземные воды. Мы же на машине сюда приехали. Вообще-то она на экологическом топливе, на метане. А еще мы рыбу в водоемы выпускаем, отходы убираем, которые остались еще с начала освоения Севера. И спонсируем экологическое движение по очистке арктических островов. Да, и все это помогает? А ты у них спроси. У кого? Это же краснокнижный сокол. И не только он. Получается, и правда экология тут хорошая. А ты думал? Ой, это что? Видимо, она птенцов охраняет. Пойдем отсюда. Приедем позже.